Ребята, всем привет, привет, мои хорошие. Мы, короче, пошли с Джесси за шлейкой. Вернее, сначала посмотреть, сколько она стоит. Я даже не представляю цен. А то этот поводок, вернее, не поводок, а как он называется, ошейник. Ошейник вообще уже ужасный, весь разорванный. Вот, поэтому сейчас что-то посмотрим. То видите, она еще бежит, она задыхает, Саш. Ей давит на шею. Так что сейчас будем что-то смотреть. О, пешеход сделали тут офигеть. Лучше бы там у нас сделали. Так, ну что, я купила. Честно, я не знаю, как с этим разбираться. Как это вообще одевать, но я думаю, все легко и просто. Сейчас домой придем и посмотрим, как эта штука работает. Короче, стоит, сейчас скажу, 320 рублей. И все, дешевле уже нету. Ну, дешевле, знаете, вот на таких, которые маленькие собачки совсем, вот на них, они подешевле, потоньше. Вот это для средних размеров, короче. Вот. Ну, сейчас посмотрим. Джесси, ты чебураха. Джесси. Сунцу мою, все, меня не надо морать. Джесси, ну скажи привет-то. Идет такая вся, да, бежит она, видите? Прям вот ей надо бежать куда-то вперед. Джесси. Так, ну что мы сейчас как будем с тобой одевать? Я даже не представляю. Я вообще не представляю, как мы с тобой будем это одевать. Так, сначала надо разобраться. Подожди. Это... Тут хрен поймешь еще. Да попей воды, что ты дышишь так тяжело? Вот меня ты все уже изморала. Так. Вот это она сказала. Иди сюда, Джесси. Я все равно ничего не понимаю. Вот какая стала, да, только криво чуть-чуть, вот так вот. Вот какая стала. Все, теперь мы сойти на место. Все. Или что, еще надо чуть-чуть? Еще чуть-чуть дать. Ух ты, батюшки. И что это такое? Что это такое? Улеглась. Ну давай, ладно. Только не просто так дам, ладно? Давай. Лежать. Молодец. Держи. Стоп.
этой штучкой, кстати, реально удобнее, чем с той, чем с обычным ошейником. С этой она прям, знаете, не рвется никуда, спокойненько так идет. Джесси, я тебя только похвалила. Вот, не знаю, правильно, нет, я ее одела. Короче, нормально. Сегодня еще так, знаете, морозненько, но тепло. И ветра нет. И она, кстати, у меня... Она у меня, короче, сейчас уже сама понимает то, что после прогулки нужно идти в ванну. А раньше ее просто было не затащить. Она огрызалась. Короче, не давала себя взять. А сейчас просто такая умничка. Она заходит и сразу же идет в ванну. Сейчас вам даже покажу. Джесс, пойдем, нам еще надо корма твоему другу купить. А то есть не кушай. Не знаю, правильно, нет, я одела. Мне кажется, на шее надо чуть потуже. Ну что, как-то она висит. А вообще на ночь я сегодня вот снимала ее, чтобы ей было комфортно. Да, потуже надо, видите, она это болтается там. Пойдем ножки мыть, да, вернее лапки мыть. Вот ты моя умница, вот ты моя красавица. Все уже сама знаешь, все понимаешь, да, вот давай. Вот моя сладкая. Вот, мама, хорошая. Ой, это пить нельзя, нельзя, нельзя. Это что, эти водички? Ну, или нормально. На кухне стоит. Вот. Давай, сейчас мы настроим. Вот так. Это же, да? Он же... А, ты не на тебе холодненькую водичку на попей. Раз тебе не втерпёшь у нас. Давай, лапочка. Да лапочки-то надо вытереть. Ты что, вся мокрая пойдешь, что ли? Замерзнешь. Пол намочишь. Да? А молоко надо вылить. Вот. И дверь закройся на кухне, я выпускаю. Да ну подожди чуть-чуть. Все, теперь можешь. Все, иди, иди, выпускаем зверя, выпускаем. Все, сейчас тут немножко отсохнешь и пойдешь уже в комнату.